«Динамо Москва» становятся партнерами. Мы на самом деле разные, у нас разные направления, но очень много нас объединяет. И будем идти к новым победам уже вместе, потому что мы уже в одной команде. У «Динамо» в последнее время появляется все больше и больше партнеров. Вот только за последние два года мы подписали контракты с 8. Мы в pet-friendly клуб и будем делать много интересных проектов совместно с партнером. Бренд этот образовался на территории Чешской Республики более 30 лет назад. Прошу встречать коллаборацию, которая получилась совместно. «Бритспорт. Сила в движении». У нас тоже много питомцев, у нас есть большой ротвейлер, это вот у нас Лео. Будем пробовать сейчас. Посмотрим, как будет сила в движении.